Здравствуйте, дорогие друзья. Я, короче, сегодня буду петь 6 песен. Спасибо. Одно я посвящу байкеру, который погиб очень так в 33 года. Вот. Меня на работе встретила семья, у которой погиб муж. 33 года байкер. И просили в честь него спеть балладу о древнерусском войне. Я ее спою, короче. А? А, да? Ну ладно, я так. Первая песня консерваторская. «Вечная весна». Для тех, кто будет убрать голосами, кто видит мир влюбленными глазами, для тех, кто войти готов после этого, любимых повторяя имена. Пускай узор белых стекла окна, пускай сбивают с ног порывы ветра, но если сердцу молодость дана, Пропала даром.